едем сегодня с семьей за город отдыхать. Погода хорошая. Имин, Алька. Папаче надо жить. Что здесь буба? И по дороге еще что делаем, Алия? Как всегда, мы когда едем куда-то, занимаемся. Учим часы. Правильно. Проезжаем мимо известной горы. Бешбармак. Бешбармак означает пять пальцев. Если подняться на эту гору, то открывается очень красивый вид на море. Вот с этой стороны гора, я вам уже рассказывала, ну, кто смотрит часто мои ролики, тот, наверное, уже знает. А вот с той стороны море. И когда поднимаешься наверх на гору, то можно увидеть море. Очень красивый вид открывается. Приехали вот в такое красивое место. Мама, привет! Тут водопад. Нет, это не водопад, это фонтан. Немножко вам сниму ресторан. Такие вот здесь кабинетики. Приехали покушать. Очень колоритное место. Здесь очень хорошо. Есть открытые места, можно на улице сидеть. Также есть закрытые местечки. Красивый вид, да, на горы. Вот такой у нас кабинет. Сейчас я вам сниму. Альчика, дверь закрывай, солнышко. Сейчас вам сниму. Вот здесь можно внутри посидеть. Кстати, тепло и отопление. И вот такой у нас вид. Заказали мы наш любимый дюшпяря. Это мелкие пельмени с мясом. Алечка захотела. Ну и Мишка тоже. Ну и Мишка тоже будет кушать, да? И хорошо кушать с уксусом, с чесночком или с кислым соусом. Вот у нас здесь кислый соус. И, конечно, хлебушек вот такой, слоеный, очень вкусный. И вот такая мясная тарелка к нам пришла с курочкой на сетке, с картошкой с гуйругом. И барашка мясо. Сам хлеб здесь очень вкусный, вот такой слоеный, горячий нам принесли. Слоеное тесто. Ну а про мясо я вообще молчу. Здесь мясо совсем другое. М-м-м.
Алька, вкусно? Да. Здесь какое-то такое оригинальное живое растение. Я сначала подумала, что оно искусственное, а потом вижу, здесь земля, его частенько поливают. Очень красивое. Да, красивое. Похоже на елочку, но это не елка. А что за растение? Не знаю, очень оригинальное растение. А самое главное, вид здесь какой. Из окна красивый. Как в сказке. Ой, вид на горы очень красивый. Воздух другой. Эмин нас, конечно, порадовал, покушал, наконец-то все съел. Мы даже удивились, без всяких проблем. Ну, мы наелись, счастливы. Сейчас пойдем немножко походим по территории ресторана. Тоже я вам поснимаю. Поднимайтесь. Кто здесь, Аля? А, ну погоди. А здесь такой колодец. Такая зона красивая в ресторане. Детские здесь разные. Детская зона, разные горки, качели. Вот у деревьев тоже здесь уже первые листочки появились. Погода портится, тучи. Женщина с лепешкой. Тандыр и лепешка. Вот там хлеб. Хлеб там? Да. Ух ты, да, действительно. Как хорошо сделали, а. А здесь на повозке люди привезли мед. Знаете, как оригинально сделали. Продается мед здесь. Вот цены покажу. Так хорошо на природе, даже домой возвращаться не хочется. Здесь какие-то необычные цветочки. Пчелка. Это пчелка. Да, первые пчелки. Ой. Они еще сонные. Видишь, как летают?
еще цветы увидели. Я, наверное, уже надоела вам со своими цветами. Но приятно так. Еще цветочки. Ой, здесь их много, посмотри. Мам, смотри, прям на склонах, да. Ой, каких только нет. И сиреневые. И беленькие. А вот смотри, какие красивые. Сиреневенькие цветочки. Это синенькие. Их тут много. Все в цветочках. И пчелки их опыляют. Поднялись наверх, самые горы. Мамочка, пойдем на это. Сейчас пойдем, подождите, я поснимаю. Ой, как здесь хорошо, и воздух совсем другой. А здесь везде норки мышиные. Тут мышки живут. Ну все, на этом хочу завершить свой ролик. Надеюсь, вам понравится смотреть. А может быть, кому-то и нет, потому что моя мама все время говорит: ты очень долго снимаешь, говорит, цветы. Очень долго, говорит, многим людям скучно это смотреть. Ну не знаю, люблю я цветы, поэтому снимаю природу. Спасибо всем, кто комментирует, меня смотрит, и многие смотрят. Я замечаю, меня без подписки. Подписывайтесь, пожалуйста, это будет для меня большой наградой. Всем спасибо, хорошего настроения. Уже уезжать домой, вдруг по дороге увидели вербу. Посмотрите, вербочка. Три веточки себе сорвали, вербы.